Я вас всех приветствую. С вами снова Залим из магазина «Мир автокресел». И я сегодня хочу вам рассказать про уникальнейшую автолюльку от испанского производителя Джане Конкорд iMatrix iSize. И на базе Isofix, соответственно. Данная автолюлька обладает несколькими уникальными возможностями, про которые я хочу вам рассказать по порядку. Отмечу, что сейчас данная автолюлька у нас вот как раз таки стоит в правильном положении, когда уже установлена в машину. Ну и я вам сейчас расскажу, как это делается, то есть как фиксируется в машину и какими имеется в виду возможностями обладает данная автолюлька. Для того, чтобы снять саму автолюльку с платформы и для более удобной транспортировки, мы должны выставить ручку в вертикальное положение. Для этого отжимаются две кнопочки по бокам и выставляем в вертикальное положение. После чего крепления с двух сторон, опять-таки в районе кнопок, наверх отжимаются и снимаем саму автолюльку. Отмечу, что автолюлька обладает, здесь в комплекте, точнее, включено очень эргономичные хорошие вкладыши, которые убираются по мере роста ребенка. Ну и, соответственно, благодаря вкладышам очень эргономично и правильно будет лежать новорожденный ребенок. Ну и для более комфортной эксплуатации подросших детей здесь все убирается и будет очень просторно. И будет комфортно, соответственно, эксплуатировать. Отметил бы, что здесь имеются внутренние трехточечные ремни, которые регулируются не только по длине, но имеется регулировка и по высоте плечевой зоны. То есть мы, отжимая два рычажочка, вверх-вниз регулируем и тем самым регулируем высоту плечевой зоны ремня. И пришло время рассказать про уникальные возможности данной автолюльки. Эта автолюлька имеет возможность превращаться в обычную стандартную люльку, которая используется и для того, чтобы установить на коляску и в горизонтальном положении катать. Для этого мы, отгибая рычажочек, имеем возможность регулировать угол наклона в нескольких положениях. И выставляя максимально горизонтальное положение и выставляя вот такой бортик кверху, превращаем люльку, автолюльку точнее, в обычную люльку. И здесь у нас очень такой глубокий большой козырек. И имеется в комплекте накидочка, который цепляется по периметру на липучке и сверху на кнопочках. И превращается в стандартную люльку. Согласитесь, это очень крутая фишка. Честно вам сказать, даже не могу вам конкурентную модель предложить рассмотреть, потому что такой возможности только эта автолюлька обладает. Из приятных моментов отметил бы, что как люлька она полноценна, то есть здесь внутри довольно-таки много места, абсолютно не продувается, в комплекте идет большой глубокий козырек, который обладает солнцезащитными стандартами UP50+, и имеются для того, чтобы ребеночек не прел и чтобы комфортно использовать и как автолюльку, и как люльку, прорези по бокам, чтобы циркуляция внутри какая-то поддерживалась. И покажу, как фиксируется автолюлька в машину. Но автолюлька фиксируется у нас на базу Isofix, исключительно на базу Isofix. И покажу, как сама база Isofix фиксируется в машину. Чтобы снять саму платформу с крепления, нам необходимо будет отжать кнопки и вниз отогнуть рычажочек до максимума. Тем самым, соответственно, слева и справа снимется крепление. И чтобы обратно зафиксировать, мы такими же движениями отгибаем рычажочки и вытягивается крепление. После того, как мы вытянули их, попадаем в Isofix до щелчка и поджимаем максимально плотно к сиденью.
После чего нам надо будет выставить упор в пол. Упор в пол регулируется, соответственно, по длине, и выставляем до конца, до пола, и до момента, пока индикатор нам не покажет правильность установки. У этой платформы имеется тоже очень классная фишечка. Ну и в частности, самое главное, я бы отметил бы, что есть возможность регулировать угол наклона. Специальным рычажком мы вращаем и, соответственно, тем самым вниз, либо вверх поднимаем край сидушки, за счет чего, соответственно, край изофикса, за счет чего автолюлька будет либо более в лежачем положении, либо в чуть более сидящем. И тем самым надо выставить нам такое оптимальное положение. Это такое положение, которое, чтобы ребенок лежал примерно под углом 40-45 градусов от горизонта. Это самое правильное положение, чтобы сбалансировать комфорт новорожденного ребенка и при этом, чтобы уровень безопасности был на максимальном хорошем уровне, соответственно. После того, как выставили необходимые углы на платформе и закрепили все крепления, нам остается люльку превратить в автолюльку. Сниму накидочку и, отгибая рычажочек тот же серый, выставляем более сидящее положение и строго против хода движения попадаем в крепление изофикс и тем самым фиксируем. И нам остается еще выставить ручку в положение перед ребенком, отжимая две кнопочки, и получается, что мы автолюльку зафиксировали в машину правильно. Отмечу, что данная автолюлька сертифицирована по самым последним европейским стандартам R129 ISIS, что довольно-таки требовательно к уровню безопасности. И обладание вот этой возможности превращать автолюльку в стандартную обычную люльку делает, ну, безумно интересной данную модель. И, естественно, по этой причине я вам посоветую рассмотреть данное кресло, если пришло время покупать автолюльки. И посоветую перейти по ссылке внизу в описании, чтобы увидеть, во-первых, актуальную стоимость и посмотреть остальные параметры, про которые я не упомянул в данном обзоре. А я вам, конечно же, желаю удачных выборов кресел, автолюлек и колясок. И всего хорошего. До свидания.